Старики-разбойники или пенсионерская зорька. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И вновь с вами старики-разбойники. Ну, правда, один у нас старичок немножечко так где-то задерживается, но вот-вот подойдет. Сергей Павлович Волков и Николай Павлович тоже Харлов. Вот так, дорогие друзья. Итак, мы несем нашу предновогоднюю трудовую вахту, праздничную вахту. Ну, что сказать, остались одни секунды до Нового года. Но сегодня у нас очень знаменательный день тем, что у нас гость. Гость у русских – это самое главное. У нас гость из Москвы, а столичный гость – это вообще, да, в Древней Руси, если когда приехал бы человек и сказали: «Я из Москвы», все. Все двери были бы открыты, все двери, да? Открыты. И из Москвы все многие путешественники приезжали к нам. Вот. Некоторые, правда, приезжали из Санкт-Петербурга. Ну вот у меня был такой путешественник знакомый, Федор Михайлович Достоевский. Вот он, но он путешествовал за счет государства. Это у вас в гостях был, что ли? Да, был в гостях, но он за счет государства путешествовал. Ага. До Тобольска доехал и дальше. Но это совсем другая тема. А у нас гость, он за свой счет ездит. И так надо сразу о госте скажем. Зовут его Володя, фамилия Селицкий, москвич. Владимир, вам слово, вас слушают все ямальцы. Здравствуйте, прежде всего, Владимир. Так, настроение все, давай посмелее. Здесь север у нас. Что, хотел сразу гитару взять? Нет? Ну, рассказывайте, как вы сюда попали, что здесь вас привело на север? Ну, что меня привело, я очень давно мечтал здесь побывать. Потому что когда-то я был туристом, очень много ходил по Полярному, по Приполярному Уралу. До Салехарда не добрался в свое время, но теперь добрался. Я поэт, я исполнитель собственных песен. И у меня такая направленность в моей поэзии, что у меня очень много северных стихов. И у меня есть такое ощущение, что тут живет моя муза, и она отсюда прилетает ко мне в Москву. Я приехал поближе с ней познакомиться. Так. Отдать это должное. Поподробнее так, это что у вас за муза? Она, где она летает у вас, эта муза летает? Ну, тут трудно сказать, где она летает, скорее всего. Ну, где-то она находится в эфире здесь. Где-то здесь рядом ходит, да? Вот так. Ну, вот это она, как бы, это общая земля, летает. Вот от Кольского полуострова до Таймыра где-то. Это вот та самая сохранная русская земля, до которой ни татары не дошли, и вообще никто как бы ее не в силах побеспокоить, которая как бы так инспирирующе действует вот на... Когда русскому народу становится особенно тяжело, она вот отсюда начинает ему помогать. Наверное, так, как я думаю. Вот вы сейчас сказали, получилось такое определение музы немножко рассудочное. Я вот хотел бы эмоционально... А вот у вашей музы какой характер? Она романтичная, или дама, ваша муза? Или она вот городская, она любит горы? К чему склоняет она вас в вашем творчестве? К какому направлению? Ну, она склоняет, наверное, к России. Владимир, да. Вы как поэт, конечно, все это трудно. Может, хватит допрашивать человека, слушайте. Четверостишие какое-нибудь сразу. Раз, и мы сразу узнаем, какая муза. Вот муза у Пушкина была. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение. Хватит, Сергей Павлович, да. Вы что? Ну, Пушкина, но можно. Зачем здесь Пушкин, когда здесь у нас есть поэты столицы? Вот. Сусо, слушаем вас. Может, лучше спеть? Тем более. Утро начать с песни, да, это вообще я не сказал, что наш гость пришел с гитарой. Вот он расчехлил, сейчас услышим.
Эй! Море северного пени топором плывет закат, хор тюленьих песнопений в сполох чаек не впопад. У болот стада сбиваясь обводит мошки хоровод, и зыла зарождаясь, жизнь неспешная встает там. Высь оленя гонит ягель, словно правду кривоток, пьем глоток из неба фляги, где надежды глаз примолк, солнце бабой в раскоряку ополит грудь строп девы гор, опираясь на корягу, месяц лезет на бугор. Где заката свод распорот языком свинящих скал, в рыбьем жире тает город, что из вод заветных встал, там кострам небесных песен ольмется радуга щекой, проплывает легко весен золотой ризы спас рекой. И на маковках злоченых неусыпная скрижаля в кружевах отороченных, уходящая печаль, день играя засыпает, а на излучине времена вверх трупане зарастает и сучится нить имена. Итак, вот это развеселили. Я вот вижу, что сейчас радиослушатели уже пляшут уже возле радиоприемников. В этой песне и в словах имелось, и, конечно, слышна ощутимо Россия. Да. Русь. Вообще, не знаю, как там мне пахнуло лукомольем. А я слушателям напоминаю. Это Владимир Селицкий к нам приехал, и вот это лукоморье, я слушаю, я чувствую дуб зеленый, золотая цепь на дубе. А можно я скажу, а лукоморье – это и есть как раз Обская губа. Да, да. Поэтому... Вот это открытие, слушайте, для меня. Для вас. У вас, вы, наверное, сегодня не знаете, что сегодня день Николая. Вы знаете, что сегодня день Николая? Мой, что ли, день? Ваш праздник. Значит, так вы молчите, я говорю. Мы должны вас поздравлять или не поздравлять. А вы должны говорить. Да. А мы вас поздравляем, а вы проставляетесь. И проставляетесь какой-нибудь так, песней. Так, Сергей Павлович, давайте не в эфире хотя бы. Ну, не в эфире. У нас сегодня, значит, ваша гармошка, баян и гитара. Какой-то дуэт должен быть. Я еще вот немножко хотел сказать. Тоже, да-да. Вот, я тоже думал, откуда Александр Сергеевич Пушкин знал про лукоморье. Оказывается, его древний предок Савлук Пушкин, он был одним из... Это был городской голова Мангазеи, той самой, которая существовала в 17 веке. Я думаю, что это как бы по семейным преданиям до него дошло это понятие лукоморья. Потому что на картах Меркатора лукоморье написано, и на картах 18 века лукоморье написано. Это вот побережье, да, Обской губы,
вот она как бы и есть. И получается, что ну, только что дуба зеленого нет там. А так это действительно вот это посадим. От вашего стихотворения сразу я сказал, пахнуло лукомольем. Это вот. Песня была. Да, песня, стихи. Вот. Сыграна была. Но сегодня, а может, дуэт устроим? Нет, дуэт, наверное, рано. Вы вот проговорили про день рождения. У меня день рождения это весной. Я весенний, Никола, а сейчас зимний. У меня родственник в Кургане живет. Вот у него сегодня день рождения. Все Николаи хорошие работники, да? Давайте про работников не слово, а то еще скажете заслуженные работники. А почему вот это, Петр Петрович? Вот, да, не поздравляешь. Два праздника. Православная религия дает два праздника Николаю. Вам вот, один, почему? Мне один. А вам летний, зимний. Да, почему? Почему это? Объясните, пожалуйста. Я просто хочу сказать, что и у вас, Сергей Павлович, уважаемый, и у меня, раба грешного Петра, тоже в связках не одно имя, не один день, который можно праздновать. Поэтому это тот вопрос, который, наверное, за пределами, за рамками нашей программы. За рамками. В рамках нашей предновогодней темы я могу сказать, что святитель Николай в западном христианстве стал прообразом Деда Мороза. Под разными именами. Да. Именно ничего святитель себе, Николай. Сколько открытий то сегодня есть, вот. Ну, Николай чудотворец же, говорят, чудотворец. А угодник еще есть. Да, вы и чудо делаете, и угождаете. Нет, ну это разное, наверное, да? Нет, это разное. Или это один из архиепископ, Николай архиепископ Мирликийский. Он давайте, в народе давайте под Николая, разными значит, именами. Давайте на Николая затормозим, а все-таки у нас гость сегодня гость Владимир Селицкий, да, москвич. Это... Он специально приехал, чтобы здесь подышать этим воздухом. Все, вот его привела сюда муза. Хорошо сказано. Да, подышать воздухом, потому что воздух здесь удивительный совершенно. Он аж сладкий. Владимир, а вот как вы стали путешественником? Вот мы знаем, как вот Гагарин стал космонавтом. Вот знаем, кто его назначил, кто это. А вы вот тут сидите, вы думаете, то ли в путешественники пойти, то ли, может быть, это... Как вот это приходит? Ну, я, конечно... Начнем с детства. Ну, вот с детства. Вот я с детства и был путешественником, потому что я был заядлым туристом. У нас был известный в Москве туристический клуб, и мы очень много ездили, поездки всякие. Поэтому... Такой коренной москвич. Ну, да. Коренной Москвы по Подмосковью там. И по Подмосковью, и там по всем этим. Все, и дальше. Дошли до Кольского, до Пинники, потом Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Южный Урал. Ну а гитара вообще как появилась вот так вот? Ну а как? Туристов туристы, гитара. Гитара это... Ну не все, наверное, туристы. Или в основном все брякают потихоньку, да? Все. Николай Павлович, вот согласитесь, что в походе гораздо ловче держать небольшую легкую гитару, да. чем арфу. Или даже небольшую арфу. Мне струнный инструмент нравится арфа, но она такая громоздкая, что ее брать с собой, наверное... Ну, хотелось бы вернуться, услышать звуки не арфы, да. А гитары сейчас. Или, да, может быть, просто стихотворение. Потому что нечасто бывают такие гости у нас вот так вот в нашей студии. И хотелось бы напомнить наш телефон 427-67. И если вам что-то интересно в нашей беседе, звоните нам. А код города Салехарда 34-922. Итак, слово, наверное, Володе, да, дадим? Блин, что мы сейчас услышим, чтобы слушатели не... Может, тогда тоже... Ну, кстати, вот Володя, меня как бы в Москве знают как Звенимир Запечный, то есть я Звенимир. Ну, потом я понял, что уже немножко заигрался в Звенимир, и я решил уже возвратиться к своей девичьей фамилии, а то уже слишком это далеко зашло. Но в этом много правды, потому что у меня действительно очень, ну, много что-то, чего-то такого славянского в поэзии. Многие считают, что у меня, что я как бы с древнерусскими словами играю. На самом деле, да, у меня очень много как бы старологизмов, при этом очень много неологизмов. Все это завязывается в такие удивительные поэтические композиции.
Ну, я тогда спою более такую сложную песню, не такую, как бы, как была перед этим. Песня называется «Мы идем». Дождь идет, и мы идем. Наговицею по спицам. 40 мороков идем. Только в тихий дух яснится. Только в трепете сурдин. Колоб лун ершистый прачник. Братья может квысердин. Клешни выпятив у башни. Скородуми ждем князей. Очи тупим потуляны. Отставной ядрить козе. Барабанщика не для мы. Ворох, ворох, с нами лих. Хаты блекнут, дыр сплетня вилла. Степь сурьмит, спят на мели. Кто себя не счел, сконявила. Мы поем высокой дней. Прищемлив за фартук солнце. Хуторян занырь о дне. Рвем гранаты в перепонцах. Лаки крепим у небес. За божницей гвозди прячем. Раздаем навес небест. Дням горячим, пни горячим. Ощелух сермяжных дум. Маем озим водощаны. Кто без просы хажмых дул. Спит рекой в штанах дощаных. И тела суровим к льдам. Уши к северу завострим. Мыкать горе пёсьем мздам. Запомин души иль постриг. Я хочу сказать, что мы сейчас совершили, уважаемые радиослушатели, с вами путешествие не только в пространстве, но еще и во времени. Например, я так вот чувствую, что это мы попали где-то в начало 17 века. 15-го. 17-го, потому что это вот такие песни, скорее всего, вот пели в Мангазее во время ее рассвета, когда строились... Четыре храма было деревянных в Мангазее, где жил вот известный совлук Пушкин. И вот мы
сейчас с вами как будто побывали вот, в Лукоморье, вот в Мангазее, в начале 17 века. Будто бы, да. Мы идем, а мы пришли лично, вот, я лично бы пришел, у нас все-таки программа «Пенсионерская зорька», к знаку качества. Слушаем знак качества. Вот пришли, что делать? Слушаем. Никуда не денешься. Слушаем. Программа для детей старше 12 лет. Знак качества. Знак качества. Знак качества. Знак качества. Привет всем любителям качественно тратить деньги. В эфире Олег Осипов и программа «Знак качества». Что есть, то есть. Яблоки для кислинки. Вещь. Непризнанный зонтик. Разные разности. Не спешите с пересадкой волос. Что есть, то есть. Знак качества. Дорогие друзья, продолжаем нашу встречу. И напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 427-67, код города Салехарда, 349-22. Звоните. И позвонившему сегодня у нас подарок. Сертификат на подписку газеты «Красный Север» на год. Бесплатно. Бесплатно. Так что торопитесь, набирайте скорее телефон 427-67 и... год будете читать «Красный Север» бесплатно, абсолютно. Чистая экономия. И это правда, друзья. И как он говорил, помните, сегодня же день рождения у Леонида Ильича. Он говорил, экономика должна быть экономной. Вот так вот, друзья. Вот вы еще сэкономите. Вот и вспомнили все, еще Леонида больше Ильича. Слова. Больше ни слова. Только про экономику. Наше внимание. Слово бесплатно. Гость, наше внимание. Мы видим, у вас вот в руках книга, вы листаете ее, симпатичная, да, у меня книга. Вот. Два месяца назад вышла книжка, которая называется «Сборник моей поэзии», называется «Загляды». У меня вот до этого очень бесчисленных печатали, а тут мне друзья, можно сказать, издали мою поэзию. Это первый мой сольник поэтический. Там, конечно, далеко не все у меня. Книг, наверное, на 5 на таких наберется. Ну, понятно. Ну, я как бы наиболее последние стихи там собрал, которые были вот последние 5 лет написаны. Вообще у меня творчество было интересно. В 80-е годы еще много писал, потом я завязал, потому что не было возможности это печатать, и все это повисло. Я на 20 лет вышел совершенно из этой реки, а потом вот меня все-таки судьба опять прибила к этим берегам. Да, я еще утратил все свое наследие. Кое-что вспомнил, но большей частью как-то еще так, можно сказать, протолкнулся еще дальше. А мы услышим какие-то стихи из этой книги. Николай, ну, уж если очень может попросить Петр Петрович. Вот я вот только слышу, как вы решаете страницы. Шелестят страницы. Я вот даже. Ну хорошо, вот еще северный стих. «Ожидающий рай». Позимарь. Понутру, не кимарь, поутру, где вздыхает Онега, как царь на ветру, киноварь на щеках и оленьего снега, в слюдяных свинчаках самоедного брега понашлют лопари, пот с лица оботри, пол ведра на шамань, пол ноги обопри и кропи глухомань, не замай, не дыши на сосулик хрусталь, в них, как ветер с вершин, отражается граль. Пусть воротят с души и пропиты шиши, обогри, задари, отрешись и замри. Не видать берегов на полотнах снегов, в жемчугах желтоглаз, мутных лун верхолаз. Соловков круговерть крутит закосу смерть, будут плыть рыбари, ветри при, до зари. Кто долез до небес, солнце сетью тени, чу полярную ночь, чудо, дочь, хорони. Тут архангела всюду ступала нога, прямо к чуду, от чуди и веси тропа. Наподдай по делам, намети по мелом, и до времени скрой граля светлый настрой. Топи гладью озер, занавесится, жги костер из сестер полумесяца. Ожидающий рай, спящий севера край, ясный к Богу душой присоседится, освети нам дорогу большою медведицей и к порогу веди
гололедицей. Доброе стихотворение. Да, нет, и вообще такие слова, вот, откуда вы находите такие вот, действительно, вот, вот слова-то такие тяжелые, жесткие, вот каждое слово как гвоздь вбиваешь, слушайте, вот так вот. Откуда они находятся? Владимир, вот такие слова? Вот ком, ну, это север. Из... Так, стоп, секундочку. Вот они подсюда и приходят. Друзья, у нас есть телефонный звонок, все-таки есть любители почитать газету «Красный Север». Слушаем, бесплатно. Здравствуйте. День добрый. Ольга Дмитриевна Шаповалова. Всех приветствую. Гость москвич. Такие стихи красивые прочитали сейчас. Спасибо вам большое. Вот, после спасибо. Таких стихов точно надо северную песню спеть, Николай Павлович. Да. Всех с наступающим Новым годом. Спасибо. А про газету «Красный Север» просто мечтала. Вам нужно оставить ваш номер телефона нашему оператору, и мы свяжемся с вами, и вы получите подписку на газету «Красный Север». Ой, спасибо большое. А северную песню давайте, Николай Павлович. Ну, один куплетик, да? Один. Белой ночью бегут олени, и синею сплошные льды, а на десятой параллели в это время цветут сады. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребят, да-да, ведь мы ребят, да-да, семидесятой широты. Ведь мы ребята, да-да, ведь мы ребят, да-да, семидесятой широты. Спасибо, Ольга Дмитриевна. Спасибо большое. Вот настроение подняли. Да-да-да-да-да. И газета ваша хорошего бесплатная. Дня. Люблю вашу передачу. Спасибо, спасибо. Приглашаем вас тоже на нашу передачу. Приходите к нам в гости. Так сказал Сергей Павлович Волков. У нас неоткрытых дверей регулярно проводится. Итак, у нас гость. Вот я знаю Ломоносова. Он поехал в Москву. И мне кажется, Ломоносов говорил же с таким диалектом, как сейчас говорит... Владимир Селицкий, какой-то поморский диалект. Вы нам тайну не расскажете, ведь нет такого учебника, есть китайский, английский. А вот вы, откуда у вас такой поморский диалект? Кстати, Ломоносов, когда приезжал обратно в Холмогору, начинал говорить на поморском диалекте. Mm-hmm. Он его не забыл. А вы откуда знаете? Давайте поговорим с нами. Откуда знаю, потому что я общался с поморами. Я как бы на Пинниге общался и... На Приполярном Урале очень много живет поморов. И такая же удивительная была речь. Я просто слышал этот язык. Я знаю, что в 20-е годы хотели сделать республику поморов, как меньшинство. Потом, когда доложили наверх, они говорят, они русские-русские. Ну и что, говорит, тогда выпендриваются. Пусть русскими остаются. И сейчас в итоге этот язык, он уже... Ну, на нем говорят, наверное, где-то 2-2,5 тысячи человек. Причем там есть даже несколько различных диалектов таких. Например, архангельцы, они говорили, у них очень много было новоязов голландского, английского языка. Они так обрабатывали эти слова. Это очень хорошо вот слышно в речи Шергина. Даже у Лескова пролезает огромное количество этих фраз. Я не знаю, откуда Лесков да. никогда на северах не бывал, но у него в речи очень чувствуется вот этот поморский гул. Ну, я немножко прочитаю. Давайте. На давайте поморской говоре. Вот. Они этот язык называют поморская говоря. Матера вода, муряны гонима, мокрявшой за, музглявши сыма, вздынуть бы челн, да наглохтился волн. Летяши ли с тобой, храм лед, погодья, торкнулся в орешник, в бакланец с бодью. Медведь, реветь, скалиси, могут мы продирались, рубят и кричат, лешую, лешую, принесло ты его, как омошник с-под ног пахнул хитрово. Мороз усердился, секет не берегет, анди больно, анди что жгет, так и воротился на лесную кулигу со стыдом, как с пирогом. Ну вот, примерно. Так, Сергей Павлович уловил что-то, хотел тоже поговорить на этом языке. Я удивляюсь. Я как будто во времена Ломоносова ощутился, а Ломоносов приехал, а куда он приехал? К нам в Киев. Вы Ломоносова хвалите, как будто он ваш родственник, я смотрю. А он в Киеве учился в шаговой доступности. Да? Да, у нас в академии в Киеве. Вот как все смешано. Смотрите, Москва, Киев, Ломоносов, Поморье. Но у меня еще не как это вот этот язык
Неужели он будет утрачен? Нет, вообще интересно, вот это действительно, вот поговорили бы где-то, вот она. Красивый. Да, красивый, а он русский язык. Сочный такой, вот каждый слог, все. Русский язык. И школы, наверное, нет ведь такой нигде. Школ нет, ничего нет. Язык, конечно, это... будет утрачен, если на нем никто не будет говорить. Давайте хотя бы мы начнем говорить вот так мы... вот в передаче хотя бы минут пять вот так. Да, а как вот им завладеть? Что-нибудь скажите Николаевна Попович, скажите. Нет, ну я так, ну, так вот неудобно. Не могу, так не могу, да. Блюд. Ну я... Микола, да ты что? Это Украина. Для этого надо поехать куда-нибудь в Мизень. В Мизень можно совершенно спокойно услышать, даже на улице. Вообще интересный язык. Ну и как бы Абдорск, это же тоже, в общем-то, поморский, можно сказать, город. Все равно весь север, так или иначе, это поморские казаки, крестьяне, как правило. Ну, так как у нас предновогодняя вахта, Николай, а вы где-нибудь Новый год отмечали? Это там, Владимир, где? Я Николай. Вот Сергей Павлович уже в Новом году, уже все похоже, уже у него. Николай чудотворец, Николай чудотворец. Владимир, вот вам, Сергей Павлович, вопрос. Новый год где вы встречали? Какой? А вот любой. Любой. В палатке или где-либо. В палатке не встречался. За границей. В палате встречал. В палате? А вот в палатке. Вот в палате. В палатке не доводилось Новый год встречать. Ну вообще вот за границей или где? Вот не только в Москве, наверное, встречали ведь. Или всегда только дома? Да так и не припомнишь. Я вот в лесу встречал один раз. Один раз на дороге. А вы в палате встречали? Я на работе встречал. На работе? Я помню, сторожем вот работал. Интересно. Я сидел вот всю, сторожем? Всю новогоднюю ночь. А кем можно было в 80-е годы? Ага. Мечта моя. Вот я работал. Сторожем поработать? Сторожем, дворником. Да, Новый год встретить тихонечко, без песен. Так что вот, уважаемые радиослушатели, кому нужен сторож или дворник, у нас Петр Петрович с удовольствием на Новый год даже согласен поработать. Ну, не на каждой стройке. На каждой стройке заслуженный работник культуры. Да, тем более заслуженный работник культуры России. Тем более звоните нам, вот сейчас можно сразу составить тут договор 427-67, код города Салехарда 34-922, и позвонивший получит подписку на целый год на Красный Север. Бесплатно сертификат получит. Уважаемые друзья, звоните, что-то от Федора Васильевича у нас сегодня, да, нет. Только нету. Дремлет, но... где-то он, наверное. Давайте, может, будем будить его песней. Вот Володя уже берет гитару и, наверное, что-то сейчас исполнит. Ну, тогда, да, тоже в продолжение. Медведица ковшом небо вычерпала, луна галышом алым вечер пала. О, звезд недочет, судеб вычитанным, к северу юг течет, к западу вычегда. Суходольна и пошехона к востоку сухона. Растеклись двиной вод холодных течей, приплывает Ной на ковчеге Млечен. Тварь там всякая, парнокопытица, рыча и крякая, все не присытится. Ной лозу пустила по лузе Велиди, и мастил настил крылом на вылете, с младенцем спящим колыбель качая, над леса чащей нас привечая. Неофета род корни пустит здесь, ни лесной, ни мрот, и не меря весь,
Филадельфии дух. Тут начать отца сердцем кто не глух, озадачится в наши грешные дни, как во время оно маяков огни светозарят лоно. От Мезеника Нина до Онеги и вы, тигры, слезы молока Нина духоборно вытекли. Время мерит шаг, скрипя подошвами, грусть отбив атак, прыснет дождь на мир. Колесо эпох мреет спицами, будет с нами Бог яснолицыми. Да, колесо эпох — это замечательные большое слова. Большое спасибо. Да, Сергей Павлович, вот да. Вы говорили о Ломоносове, а да. Я вспомнил, вот послушав эту песню, вы не поверите, кого я вспомнил. Я вспомнил Льва Николаевича Толстого. Хотите, я объясню, почему? Давайте. Нашему гостю тоже. А в песне есть слова о духоборах. Так вот, их предводитель этого течения, своеобразного ответвления староверческой ереси, староверческого раскола, Петр Веригин. Так вот, этот Петр Веригин находился здесь у нас в Обдорске и переписывался с Львом Николаевичем Толстым. И отсюда, из Обдорска, в Ясную Поляну уходили письма, приходили сюда, в Обдорск, ответы Льва Николаевича Толстого. И вот когда я слышу в этой песне слова о духоборах, конечно же, вспоминается наш Лев наш Николаевич Толстой. Ну, у нас развлекательная, познавательная. Ну, у нас познавательная программа. А вот, вот узнали про Веригина, про Льва Толстого. А вот в Японии, как отмечают Новый год, там, значит, они... В 1873 году начали, как и в России, отмечать тоже там елка, прочее. Но у них надо подойти к храму, к своему, и в колокол 108 раз стукнуть. Каждому. Вот, каждому. И, значит, у нас 12 куранты бьют, а там 108. А почему 108? Потому что Будда сказал, что у человека 108 пороков. И когда вы... Тучите. Все пороки уходят. Да, вот у меня есть порок один, я хочу от него избавиться, стукнем один раз. Я вот люблю петь тоже. А, петь? Да, и вот я хочу от этого порока избавиться, я вам сейчас спою. Потянулось. Помните, мультик там есть такой, когда волк под столом, лежит. Да. Ну, я сейчас вам спою. Потянуло, Сергей Павлович. А спою я, потому что в этом году исполнилось 60 лет, как я закончил школу советскую. Так. Такой юбилей, 60 лет. И поэтому запел. Школьный вальс. Промчали зимы с веснами, расстались зубы с деснами, рассталась с волосами голова. Беззубые и лысые себя мы тешим мыслью, что нам на это право наплевать. Когда мы ребятишками, с пеналами и книжками спешили поутру гульбою в класс, себя не представляли мы больными и усталыми, всю жизнь сама представила за нас. Кто шел путями звездными, кто плыл морями грозными, но как-то так
сбудутся вместе с пенсией. Нам климакс импотенции наградою за труд и по-уму. Аплодисменты шумят даже, и не только в студии, а и все радиослушатели. Да, вот Сергей Павлович заслужил. 60 лет. Жалко, наверное, мои ученики и не слышат. Ой, какие ученики. Ну, и мои однокашники. Слушай, Сергей Павлович, я смотрю, ты волнуешься перед поэтом. Не, почему? У меня ученики были на Таймыре. Так. Вот, 50 лет тому назад я учил Долган. Вот видите, ну, Долганский не выучил. Вот, мол, а вот на Таймыре самая была любимая песня, вот дети у меня Долгане пели. Вот они говорят, а можно эту песню? Какую? Да там вот это, медведи трутся, медведи трутся. Нет, давайте про медведи немножко да нет, помолчим. А может быть, споет нам ее Аида Ведищева. А может быть, не надо, времени осталось, у нас 3 минуты буквально уже как заканчивается эфир. А мы еще про радости не поговорили еще. Вот про радости у нас не будет сегодня радости. Да, у нас даже. Аида Ведищева, медведи. Ее надо было наконец. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи. А земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова. Вертится быстрее земля. Земля. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый, как медведь. Светит, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Разбойники или пенсионерская зорька. Продолжаем нашу встречу. Еще хочу напомнить, друзья, у вас есть буквально еще несколько минут, чтобы получить газету «Красный Север» бесплатно. Звоните 427-67 и бесплатно. Круглый год у вас будет ходить эта газета. Но у нас сегодня гость. И гость, давайте тоже все-таки дадим ему слово. Да. И пусть споет что-нибудь. Да, повеселее, я спел и избавился от порока. Вот, а гость поет. Да, и поет, порок. И поет. Да, я хочу завершить свое выступление веселой песней, потому что все-таки у нас новогоднее настроение.
кто поймет хоть одно слово из этой песни, тот тому подпишем на Комсомольскую правду. Плохи хипуны охочі, за хаях хипуном кипучі, ерундя деревом, фальсируя розком фраз. А лоская глотом железно раз, мыли покобылили. Досыта копыта опятив, выхолем плохи не вопи, коних многих клубят выйти, блеф озело, лефорты выпи. Таните потом, таните потом, потом, поните калёны дети. Таните потом, таните потом, потом, поните калёны дети. Эхо, эхо, хохи, холопы хули хахати, холих театрели хили, холи лохо хмили. Ай, плахати, ай, плахати холодом, посель же хипуни посели, пчелни хипуни смеяться и схипнули, и схипнули. Я понял здесь, про что поле не переплахано, похоже, что-то вот, что-то, или я так ошибаюсь. Мне сделали клип, наверное, на эту так, песню. Так, там домовые, вот, замечательно. Сергей Павлович, какое ты слово здесь нашел? Русь взмахнула крылами, и я взлетел. Я всю увидел Русь. Вот в этой песне. Вот в этой песне, да? Да, всю. А Петр Петрович? Эта песня как облако такое вот для меня. Я вот как бывает в облаке, что хочешь, то и видишь, хочешь очеркать. Вот, а для меня поле русское, слушайте, да. Вот так, что вся эта ширь, красота, вот. Да, действительно, ведь не важно слово там, вот сейчас вот прозвучало в этой песне, а так оно все красиво, значит, и мелодия, аккомпанемент, и словосочетание, но я вам скажу, что вообще настроение сразу подняли. Настроение, да. Это не у микрофона, это надо у костра. У хорошего костра с хорошим чаем. Вот, а зачем его хороший чай? Зачем листья хороший собрал чай? Там в лесу, да. Скипятил. Да, чай кипяченый, елок туда набросал. На чай не жалко. Да еще зимой еще предложишь, может быть. Вот так под Новый год, да? Нет, это такая музыка, такая гитара слушается только у костра. Ну и чтобы за спиной трещали морозы. Итак, я напоминаю, что у нас был Владимир Стилицкий. Мы послушали «Поморье». «Поморье» прикоснулись к «Поморью», прикоснулись к Ломоносову. Мы услышали слова, звучание слов, которые согревают душу. Ну, и уже, как говорится, пора прощаться. Жаль только, что звонок был у нас один, и газета «Красный Север» уходит только в одни руки. Так что, друзья, следующую нашу встречу четверг, не забывайте звонить. Мы продолжим эту акцию обязательно. Еще и позвонившие
получит эту газету. Ну, а сейчас, наверное, давайте будем прощаться, и, может быть, гитара с баяном у нас прозвучит вместе. Потому что главное, ребята, сердцем не стареть, наверное. Даже для тех, кто окончил школу уже 60, мамочки мои, господи, 60 лет. Да, 60 лет, Сергей. Но я избавился от порока, я уже не пою сегодня. А уже сегодня не поешь, а завтра начнешь петь. Сегодня дирижирую. Еще хотел добавить, что у нас сегодня в гостях еще Марина Ланборта, она так нас щелкает со всех сторон. Фотографирует. Это наша Снегурочка. Но я думаю, что она в следующую программу у нас придет и поговорит. Сейчас, Марина, давай еще раз обойди нас вот так вот со всех сторон. Мы будем петь, а ты нас с этой камерой. Получится, а мы, у вас, Марина, под пиво. А мы в доме Нори. Главное, ребята, сердце не стареть. До новых встреч! Главное, ребята, сердце не стареть. Песню желтой молли до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только с самолетом можно долететь. А ты улетающий даль самолет, и сердце своем ты береги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лёд к нам таёжный несколько часов. А ты улетающий даль самолёт, сердце своём береги. Под крылом самолёта о чём это поёт зелёное море тайги. Под крылом самолёта о чём это поёт зелёное море тайги.